зовут Ислана, это моя собака Лёля. Сегодня мы поговорим о корме, о новом корме Лёли. И почему ей не понравился старый. И что ж, давайте начнем. Какой-то. Ладно, Лёля. Подписывайте, ставьте лайки, ставьте лайки. Лёля, это твой новый корм. Вот он. Мой новый корм. Он мне нравится. Он, в принципе, очень вкусный. Повкуснее Грандорфа, который мне не очень понравился. Так. Дальше говорю сразу, это корм Флотозор от фирмы ProNutrition, фирмы Флотозор для мелких пород. Лёле он, в принципе, понравился. Давайте сейчас покажу, как он выглядит внутри гранулы. Внутри он выглядит вот так вот, такими, как можно сказать, у меня упала Лёля, скушала, такими треугольничками. В принципе, Лёле по размеру. Вот, ей он нравится. Вкусный попкорн. Так, подождите. Рекламная пауза. Мне вкусно, подождите. Вкусно мне. Не надо меня отвлекать. Давайте, ребята, я сейчас вам прочитаю состав. Ингредиентный состав. Обезвоженное мясо, кукуруза, пшеница, животный жир, волокна яблока, мякоть свеклы, утиный жир, гидролизаты животных протеинов, семена льна, автолизаты рыбные, морская соль и еще очень сложное название. Фруктооллигосахариды. Я не знаю, что это такое. Кто знает, напишите в комментариях. Но, в принципе, состав хороший. Мне нравится. На первом месте мясо. Потом идет кукуруза. Кукуруза, конечно, не очень хороша для собаки. Так же, как и пшеница. Ее много не надо. Но все равно мясо ни на каком, ни на третьем, ни на втором месте. Мне этот корм нравится. Я буду им кормить, пока Лёля он не перестанет нравиться. А Лёля ушла. Лёля. Так, давайте дальше. Хотела купить 3 килограмма, но купила примерно 1 килограмм, вот тут все насыпано, и то я уже тут Лёле давала, она уже съела чуть-чуть. Вот. Эта пачка была открытая, потому что не было закрытых, там были все открытые вот эти пачки, я так и не понимаю, можно было все одно открывать, а он открыл все, то есть все упаковки продавец открыл. Ладно. Я взяла, например, 1 килограмм, но это нормально, мне как бы не надо было брать 3 килограмма, вдруг Лёле не понравится, но как бы меньше не было. 1 килограмм, тут где-то 500 рублей, ну, может, чуть меньше, там, 400 рублей. И, Валя, ну что ты там легла? Дюзю, иди ко мне. Девочка. Ладно, не хочешь, как хочешь, лежи там. Так, вот, вот такой корм. Для мини-пород. Типа, Лиди, а я так нехорошо, я тебя улыбнусь. Но когда я улыбаюсь, мне так хорошо. Этот корм, в принципе, нравится. Так, что? Что ты меня зовёшь? Всё, отстанешься от меня. Что ты ко мне прислушаешь? Ну, ребят, на этом видео заканчивается. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если так, то поставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока-пока-пока-пока-пока.